Всем большой привет. Сегодня столько поздравлений получила, даже на все не успела ответить. Утром пока еще лежала в кровати, поотвечала, потом бегом-бегом встала, дочь должна была с другом приехать. Побежала бегом готовить, печку топить, ну и так далее. И вот сейчас, думаю, запишу голосовую, ну, запишу видео, потом лягу на кровать и буду опять отвечать. Дочь проводили, мы покушали. Подарочки они свои подарили, цветочки нам с бабушкой привезли, привезли торт, мы с мамой плов делали, приготовили окрошку, посидели, поели, они маленько отдохнули и поехали опять домой, потому что они на сессии, он на сессии, она с ним, у нее межвахта, и вот они в Черногорске. Вот, мама говорит, контрольные писать надо, сдавать все, помогать. Она ему помогает писать контрольные. Вот, ну, в принципе, как бы для нас это нормально. Мы особо такие праздники грандиозные не отмечаем. Главное, встретили друг друга, повидались, и все хорошо, и разъехались. Ну, главное мое видео, я к чему его записываю. Я хочу всех девчонок поздравить с праздником. Всех девчонок женского пола, неважно какого возраста, вы все равно девочка. Все равно девчонка. Начиная с маленького возраста, нас мальчишки в школе поздравляли, в садике. Девочек поздравляли, и мам своих, и бабушек поздравляли. И вот все мы девочки. Вы самые хорошие, вы самые лучшие. Я так рада, что я начала все-таки вплотную вести свой канал. Я так рада, что всем, ну, что у меня подписчики такие классные девчонки. Я вам всем желаю всего самого-самого хорошего. Этот праздник, наверное, больше про красоту, про любовь, про женскую любовь. Это не любовь, как вот День Святого Валентина, а любовь женскую, к дочери, к маме, к мужу. Вот такой он женский праздник. И так хочется, чтобы... Ну, конечно, глупо сказать, что в этот праздник у женщин было, ну, много поздравлений, много счастья, много цветов, много подарков. Хочется, конечно, чтобы женщина всегда считала. А женщине же важно быть, испытывать эмоции. Я не помню, кто-то сказал, кто-то... Вы знаете, Ковальков, что женщина, она очень сложный организм по гормонам. Женщине нужно видеть красивая. Женщине нужно испытывать положительные эмоции, потому что женщина по гормонам это как очень сложная настройка, как орган. Вот. И вот хочу, чтобы каждая из нас, каждая из вас испытывала много-много положительных эмоций. Положительные эмоции это, ну, это хорошо, когда есть близкие, которые вам дарят. Это хорошо, когда те близкие, которые у вас рядом есть, они дарят вам меньше отрицательных эмоций, а только положительных эмоций дарят. Так хочется, чтобы у всех было все хорошо, чтобы наконец-то все эти войны закончились, и чтобы наши женщины перестали плакать. Чтобы все вернулись домой. Чтобы у всех все наладилось, все выздоровели, кто болел. И чтобы мамочки, бабушки, тещи были счастливы. Всем желаю счастья, всем желаю красоты, всем желаю положительных эмоций. Всех вас люблю. Всем большое-большое спасибо, что вы есть. Всем здоровья, всего-всего хорошего.